все люди, которые из моих, все намерены голосовать за вас. Я говорю так, как есть. Сегодня воскресный день. Команда нашей партии продолжает встречаться с людьми. Люди сами подписываются за кандидата от нашей партии. На следующей неделе мы представим эти подписи в ЦИК для регистрации. И одно из главных впечатлений заключается в том, что большинство, абсолютное большинство людей хотят перемен. Они хотят, чтобы ситуация в Молдове изменилась. И они хотят в том числе добиться этих перемен через участие в выборах президента. И все поддерживают нашу идею об издании первого указа президентом, указа о роспуске парламента. То есть некоторые там оппоненты наши говорят, что указ будет законным, незаконным. Нас не интересует, что они говорят. Главное, что нас поддерживают люди. В свое время мы опубликуем проект этого указа, опубликуем политико-правовое обоснование этого указа, и все увидят, что это абсолютно легитимный и законный указ. Самое важное в том, что это не личный указ Чубашенко, это не указ у Рената Усатова, не указ нашей партии. Это будет всенародный указ. То есть фактически все, кто будет голосовать за кандидата от нашей партии, они будут голосовать за этот указ. 100 тысяч, 500 тысяч, миллион человек поставят свою подпись на этом указе. И подпись президента о роспуске парламента, она будет последней. Миллион первой подписью на этом указе.